часто задаваемые вопросы про Google Shopping. Что входит в вашу работу? Это комплексная настройка от А до Я. Мы пишем специальный скрипт, который будет автоматически генерировать выгрузки с вашего сайта, фиды, и передавать их в Google Ads. А там мы уже настраиваем специальные рекламные кампании, проходим модерацию от Google. Вот, по итогу вы получаете готовую рекламную кампанию в вашем аккаунте. Все ли товары будут подгружаться в Google Shopping? Да, все. Их может быть до 150 тысяч позиций. В рекламе будут показываться все мои товары или часть? У меня их 6 тысяч. Мы делаем выгрузку по всему ассортименту ваших товаров. Их может быть 150 тысяч и больше. А пользователю будет показан именно тот товар, который он ищет в данный момент. Мне нужно потом платить за клики. Да, все аналогично контекстной рекламе. Оплата идет непосредственно за сам клик. И чем больше вы готовы платить за клики, тем чаще вас будут показывать. Я могу ключевые слова задавать сам. Все на самом деле еще проще, это делает алгоритм Гугла. Он сам сопоставляет ключевое слово, которое спрашивает пользователь, и название вашего товара в фиде, в выгрузке, и сопоставляет их, и показывает рекламу. Это работает очень эффективно. У меня есть готовый фид, вы будете его использовать? Фид мы делаем заново, так как проверка и исправление вашего фида зачастую выходит дольше, чем написать все с нуля самому сразу правильно. Есть кейсы в моей тематике, кому вы уже настраивали? Темы, в которых мы настраивали Google Shopping, это сантехника, это отопительное оборудование, это видеонаблюдение, женская и детская одежда, обувь, доставка цветов и многое другое. Вы работали с моим движком, на моем точно сможете настроить? Мы работали со всеми известными движками и даже самописными, поэтому мы точно сможем это сделать. Главное, чтобы у вас был доступ к FTP и к админке сайта. Сколько займет время настройки? При текущей загрузке 12-15 рабочих дней, плюс время на модерацию Google, на которую мы не влияем. Что нужно моему сайту, чтобы пройти модерацию Google? Сайту нужен обязательно HTTPS протокол, онлайн оплата и страница о возврате и оплате товаров на вашем интернет-магазине. И это обязательно должен быть незапрещенный Google товар. Я слышал про онлайн оплату, она обязательна, нельзя ее никак обойти. Есть варианты настроить и без нее, но гарантий при этом нет. Желательно ее все-таки настроить. Какие доступы вам нужно предоставить? Это в первую очередь FTP, админка сайта, это Google Analytics и ваш Google AdWords. У меня лендинг, я смогу настроить Google Shopping? Этот инструмент задуман Google именно для интернет-магазинов, и пройти модерацию от Google смогут только e-commerce проекты. Вы занимаетесь ведением этой настройки потом или она не требуется? Такое ведение, как в обычной контекстной рекламе, не требуется. Она настраивается единоразово и работает полностью автоматизированно. Нужно платить только за клики. Я планирую менять сайт и движок. Мне нужно потом его заново настраивать? Если будет меняться структура базы данных, то нужно. Если планируете просто редизайн сайта, то можно смело делать прямо сейчас. Если появляются новые товары, категории или меняются цены, нужно ли вносить правки потом? Правки не нужны, мы пишем свой скрипт так, что товары автоматически попадают в выгрузку. Если у вас остались какие-то вопросы, буду рад на них ответить, обращайтесь.